Ух ты, какой шарик надул. Молодец. Ребенку 5 лет надувает шарик. Красный жвистал, как шарик. Ну все, уже большой надул, хватит. Умничка, все. Все, все, держи, сейчас лопнет, а то все, хватит. Все, 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 хватит, сейчас лопнет. Молодец, все, какой большой. Крути его хорошо. Сейчас у тебя щеки лопнут, а не шарик. Лопнет. Все. И вот, в итоге я надул. Да, молодец, супер. Да, еще надо, чтобы это было. Все, все, хватит, он же нормальный. Пока. Все, большой, большой, ой, сейчас лопнет. Большой. Все, все, Самир, все. Он сейчас очень большой. Когда сильно чересчур большой, он может лопнуть. Все, как у большого сердца. Покрути на меня, покажи его. Во, держи крепко. Давай завяжем теперь? Нет. Да, давай завяжу. Пока-пока. Нет. Да, мне пока скажи. А вот короче, вот он одно получился. Да, какое большое сердце. У-у-у. Только шарик надул, молодец. Не больно было надувать? Уши даже не закладывал. Даже уши не закладывал, надо же, какой а шарик. А вы думаете, что я не смогу? Если я могу и вас научить. Сначала вот получается, не получается. Ставьте лайки, он вас тоже научит. Вот он еще не удачи. Тогда не получается. Да, такой классный шарик. Супер, молодец.